Молниеносными перстами ты отверзаешь новый мир, и громозвучными волнами кипит, как море, твой клавир, пишет поэт Вяземский Ференцу Листу. Подтверждением этих слов послужит концертный этюд лирический «Un sospiro», что в переводе можно сказать как «вздох». Исполнит этюд Листа Арина Пан. Thank you.
богатые мелодические струи буквально бьют ключом из каждой страницы последнего фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «18 пьес», опус 72. Превосходные кантилены заставляют забыть нас, что мы живем в то время, когда мелодическое творчество по общему приговору иссякло совершенно. Среди пьес этого опуса мы находим прекрасные примеры колоритных сцен в духе Шумана, Моцарта и Мендельсона. Прозвучат три пьесы из сочинения 72 Чайковского. Меткая характерная зарисовка «Шалунья», пьеса глубокой патетической лирики «Нежные упреки» и жанровая сценка из «Народной жизни. Приглашение к Трепаку». Исполняет Анастасия Пронько.
Thank you.
французский писатель и эссеист конца 19-го, начала 20 века Андре Жид о Шопене. Шопен предлагает и полагает, дает понять, прельщает и убеждает, но он почти никогда не утверждает. И чем больше колеблется его мысль, тем скорее мы следим за ним. Конец цитаты. Попробует проиллюстрировать слова французского писателя о Шопене Анастасия Фролова, исполнив полонез ми бемоль минор композитор.
Кто в кружева вспененные Шопена благоуханный не погружал своей души? Кто слаже не дрожал, когда кипит в отливе лунном пена? Кто не склонял колени и колено пред той, кто выглядит как идеал, чей непостижный облик трепетал в сетях его приманчивого плена? То воздух, а не самого ли вздох? Из всех богов наибожайший бог, бог музыки, в него вселился обуз, где все и вся, почти из ничего, где все объемны промельки его, как на оси вращающийся глобус. Поэт Игорь Северянин о Шопене. В заключении концерта прозвучит полонез «Фантазия» Фредерика Шопена в исполнении Даниила Богданова. Thank you.
Благодарим профессора Кнора.